Всем привет! Сегодня расскажу вам о держателе для смартфона Android. Поставляется он в картонной коробке. Изготовлен из алюминиевого сплава. Стандартное резьбовое отверстие для винта 1,4 дюйма позволяет установить держатель смартфона на штатив, монопод для более стабильного и удобного использования. Сам держатель имеет три варианта крепления к штативу. Встроенный холодный башмак вы можете установить, светодиодный светильник, микрофон и другое оборудование. Это минимальное положение его. Максимально. Чтобы телефон не скользил и не царапался, имеются резиновые накладки с трех сторон для надежной фиксации телефона. Вот эта часть подпружинена. Вот так он раздвигается. Люфтов нет. Держатель раздвижной на пружинные механизмы я не стал покупать. Неизвестно, какая на нем будет сила прижатия. Этот держатель похож на скобу, струбцину. Имеет раздвижную конструкцию с металлическим винтовым зажимом. Можно затянуть, как вам необходимо. Ну а теперь установим держатель на телефон. Благодаря этому винту можно потянуть, как вам нужно, для надежной фиксации. Вот. Сидит очень жестко. И никуда отсюда не денется. Ну а теперь о недостатках. Лично для меня, которые я заметил. Если вы хотите закрепить ваш смартфон на эту гайку, то нужно закрепить смартфон заранее, как вы хотите, а потом устанавливать его на штатив. Площадь крепления здесь не очень хорошая. Как бы его ни подтянули, он все равно стоит не совсем устойчиво. Здесь площадь крепления очень минимальная.
Крепится он не совсем устойчиво, мне это не понравилось как бы. Если его крепить наоборот, недостаток, что это отверстие находится с краю. К штативу крепится она одним краем получается, что не есть хорошо. Есть крепление, где отверстие находится по центру, и крепятся они всей площадью, гораздо надежнее и лучше. У меня все. Спасибо, что посмотрели мой ролик до конца. Всего доброго!